Книга Исход, глава 34. «И сказал Господь Моисею, вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на этих скрижалях слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай и предстань предо мною там, на вершине горы. Но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе. Даже скот, мелкий, крупный, не должен пастись близ сей горы. И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные. И сошел Господь в облаке, и остановился там, близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его, и возгласил: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. И сказал: «Если я приобрел благоволение в очах твоих, владыко, то да пойдет владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковыен. Прости беззаконие наши и грехи наши, и сделай нас наследием Твоим». И сказал Господь: «Вот я заключаю завет. Пред всем народом Твоим соделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов. И увидит весь народ, среди которого Ты находишься, дело Господне, ибо страшно будет то, что я сделаю для Тебя. Сохрани то, что повелеваю тебе ныне. Вот я изгоняю от лица твоего амореев, хананеев, хиттеев, ферезеев, евеев и евусеев. Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью среди вас. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их, ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его — Ревнитель. Он — Бог Ревнитель. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их блудодействия вслед богов своих не ввели и сынов твоих в блужение вслед богов своих. Не делай себе богов литых. Праздника пресноков соблюдай. 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в месяце Авиве вышел ты из Египта. Все разверзающие ложесна мне, как и весь скот твой мужеского пола, разверзающий ложесна из волов и овец. Первородное из ослов заменяй агнцем, а если не заменишь, то выкупи его. Всех первенцев из сынов твоих выкупай, пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками. 6 дней работай, а в 7-й день покойся. Покойся и во время посева и жатвы. И праздник седмиц совершай. Праздник начатков жатвы пшеницы и праздник собирания плодов в конце года. 3 раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лицо владыки Господа Бога Израилева. Ибо я прогоню народы от лица твоего и распространю пределы твои,
и никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являться пред лицо Господа Бога твоего три раза в году. Не изливай крови жертвы моей на квасное, и жертва праздника Пасхи не должна переночевать до утра. Самые первые плоды земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в этих словах я заключаю завет с тобою и с Израилем. И пробыл там Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей. Хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета 10-словие. Когда сходил Моисей с горы Синая, и 2 скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. После сего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Синаи. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. Когда же входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил. А вышедший пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было. И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисеева, и Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним.